Друзья, приветствую всех на своем канале. Меня зовут Ильшат, и я профессиональный художник-мастер. Сегодня я хотел бы анонсировать то, что я собираюсь поменять формат своего канала. Если раньше я показывал и рассказывал про свое творчество, то сейчас я хотел бы это дополнить интересными обзорами арт-объектов, произведений искусства, архитектуры различных стран и городов, в которых мне удается побывать. Сегодня я нахожусь в городе Алания на берегу Средиземного моря. Для тех, кто не знает, Алания – это один из туристических городов Турции. И в этом городе, конечно же, есть на что посмотреть. Сейчас я нахожусь на одной из пешеходных улиц, на которых есть много арт-объектов, про которые я бы и хотел рассказать. Итак, поехали! Забегая вперед, хотел бы сказать, что в Турции не совсем что беда с искусством, но что-то близкое к этому. Здесь очень мало академических учебных заведений, связанных с изобразительным искусством. Ну и уровень произведений искусства, сами понимаете, соответствует этому. Особенно это касается темы скульптур. Но так как мы находимся в парке, поэтому мы, в общем-то, их сейчас и посмотрим. Друзья, парк начинается вот с этой улицы. Это, так скажем, другой конец парка. И на той стороне дороги стоит памятник. Сейчас я к нему подойду. Этот пешеходный парк открыли несколько лет назад. И его украсили вот таким вот, вот такой вот скульптурой с одного конца. Тут уже голуби облюбовали все. И здесь вот такой вот длинный свиток, который, ну, я не знаю, для чего вообще его здесь повесили. Это просто непропорционально огромный свиток. Здесь такой вот интересный фонтан в виде шарика. Здесь обычный фонтан с небольшим каскадом. Только что мы были на той стороне улицы. Теперь отсюда вход на пешеходную зону парка. Итак, это у нас памятник Кайгусу Забдала, это поэт. Не знаю, насколько он турецкий. Судя по дате, он, наверное, не совсем турецкий, но ладно. Немножечко есть проблемы, конечно, с пропорциями. Вот такие вот лавочки с восточным орнаментом и с гербом города. На гербе города у них двуглавый орел. Ну, напоминает двуглавого орла на российском гербе. Чтобы продолжить прогулку по парку, нужно перейти дорогу. В Алании каждый год проходят различные арт-фестивали. Так, в один из годов был фестиваль по резьбе по камню. И вот с этого фестиваля некоторые скульптуры перенесли в этот парк. Тут какой-то зверь. Ну, конечно, рядом с мусоркой смотрится не очень. Ну, такой какой-то образ. А, смотрите, тут ящерица. Высечена ящерица. Ну, и отсюда, наверное, детям можно глядеть. Тут какие-то языческие символы. Какая-то антилопа, паук. Ну, наверное, что-то здесь пытался зашифровать автор. Рыба. Какие-то звери сакральные. Ну и, конечно же, знаки. Еще один шедевр с того же фестиваля. Это что-то напоминающее ракушку. Я так понимаю, это ступеньки. Ребенок сюда поднимается. Ну, он решил сделать такую горку. Горка а-ля произведение искусства в виде ракушки. Так как это пешеходная улица, с обоих сторон дома. Здесь даже есть какой-то старый домик. Еще одно произведение искусства. По-моему, это с того же фестиваля. Что-то напоминающее слоника. Ну, наверное, здесь можно постучать и поиграть. Для детишек вот такие вот мягкие зверушки. На них можно полазить.
пешеходная улица подходит к концу. Вон за теми деревьями находится море. Ну, здесь вот такая вот импровизация музыкальная, музыкальных инструментов. Посмотрим, из чего это сделано. Это листовой металл. И на нем сделана аэрография. Да, тут и гитара есть, и микрофон. Через трафареты задули. Вот такая вот арфа. Очередная скульптура. Мальчик на трехколесном велосипеде. Похоже на гранит. Здесь такой вот хамелеончик висит из металла. А тут у нас девочка кушает мороженое, а мама читает книгу. Здесь, наверное, можно сесть и сфотографироваться с ними. Я решил немножечко отдохнуть. Мама пусть почитает книжку, а девочка пусть покушает мороженое. Как вам такая компания? Обратите внимание, здесь у нас есть сувенирные лавки, где можно купить всякие безделушки. Ну, в общем-то, вот оно, начало парка. Здесь уже парк заканчивается или начинается. Ну, а на противоположной стороне у нас Средиземное море. Это был обзор парка в Алании. Подписывайтесь на канал и не пропускайте видео. Всего доброго!